Итак, всем привет! Сегодня я вам покажу, как вывести деньги со Стима на WebMoney, банковскую карточку, Киви и мобильные платежи. Итак, первое нам понадобится, это зайти на сайт CSGO.TM и авторизироваться в Стиме. Вот, я уже авторизировался. Далее нажимаем «Мои вещи». Листаем вниз, и тут будет написано «Ваши предметы на продаже». И тут плюсик, нажимаете на него, и у вас высвечивается ваш инвентарь. Нам надо что-нибудь продать. Ну, допустим, я выбираю револьверный кейс. Рекомендуемая цена продажи 1 рубль 94 копейки. Ну и минимальная цена уже выставленных. Вот, тут меньше рубля. Ну, мы выставляем, все подтверждаем, ждем время, и вам приходят деньги. Вот у меня, допустим, уже вот 9 рублей есть. Далее, как нам их вывести? Вот тут, где рубли, такой минусик. Сюда нажимаем. Вывести средства. Выберите платежную систему. Так, вот WebMoney, Киви, Яндекс.Деньги, мобильные платежи и кредитная карточка. Допустим, выбираем WebMoney. Тут вы просто вводите ваш номер счета и далее выполняете все по инструкции. Но также тут будет небольшая комиссия. Киви, ну вы должны просто ввести свой номер, указать сумму, которую вы хотите вывести. И также тут будет 5%, потом вводите код. Ну, на Яндекс.Деньги то же самое. Ну, везде одинаково. Вот. И вот как вывести. Я вам показал, как вывести деньги со Стима. Ну все. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Всем пока.